Меня зовут Назакатхан Кенжаевна, 37 лет. Занимаюсь здесь работой, простой рабочей. Я сама кыргызка, родился в Узбекистане. Я гражданка Узбекистана. Здесь как бы иммигрантка я. У меня родной брат здесь живет. За него приехала я. Но у него вот разошлись, подавленный был. Я его как бы поддерживать приехала. Я остался здесь. С ним живу. У меня родной брат здесь. Я вот чувствую, все говорят Адам и Ева. Но я вот тут читаю книгу, в журналах, то все так, они говорят так. Я вот, собственно, я создал наше человечество, я не, за него вот, всяким такого отвечать не могу. Ну я вот, я родился, я живу. С ним наслаждаюсь, как бы я женщина. И люди все. Ну вот, я вот общаюсь с ним нормально, потому что вот я не нацистка, вот это другое, это тут негритянка, это да. Я вот сама хочу всем, чтобы жили дружно и вместе жили дружно, потому что жизнь один раз приезжает люди, зачем ссориться, зачем ругаться, дерутся, и землю отбирают, и вот войну идет где-то там, здесь уже мирно живем. Ну, не хочу вот всем людям обращаться, потому что все люди один раз приезжают, и кто его обеспечит, вот всем было бы хорошо, если бы все мир был спокойно бы жили люди. Везде, я думаю. И Африки, или вот в всех континентах были бы мирно жили люди. Общались как бы по-дружески и всяким это круто. Все одинаковые, посмотрите. У них тоже рука есть, глаза одинаковые. Зачем другого верить-то? Наш создал один человек, я думаю. А потом они придумали всякую религию. Я думаю так. Я вас слышу, и всех говорят так, и рай, и ад. Хорошие люди в рай попадут, а плохие уже вот как бы сказали, вот в рай или вот в другом против так. Ад сказали, да. Ну, плохие в аду, а хорошие в рай попадут. Я тоже так думаю, по-моему.